Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор квестов про тролля. Несчастная эта версия называется, эта часть. Мы уже прошли 15 уровней, и сегодня пройдем, надеюсь, остальные. Итак, уровень номер 16. У нас есть воздушные шарики. Можно их полопать просто, да? Он расстроился. Уровень не пройден. Вот, блин. А что нам нужно сделать? Не нажимать. Может, нам нужно этот шарик оставить один. Не. Что же делать? Очень интересно. Просто подержать. О, да, слушайте. Ого! Ого! Вот оно что. Ну, в принципе, варианта просто не было других, да? Ой! Бабах! Смеется последним. Ну? Ты где? В общем, уровень пройден. Хорошо, идем дальше. Ух ты! У меня есть монетка. Он бьет на все. Что такое? Уровень не пройден. Прикольно. Так, там у нас сзади что, вентилятор есть? Ой, ключик вот я взял, кстати, да? Сразу его не заметил. И котик тоже здесь есть. Мяу. А, включаю вентилятор в розетку и смотрите. Кидаю. И относит. В лаз прям. Ой, блин. Издевается над бедным троллем. Ладно, идем дальше. Ой. Нужно что, сложить? А я не знаю как. Я уже поздно. Ой. Что такое? Не понял. Такой. А, нужно одинаковое. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А где еще один такой? 9. Слушай, я не вижу 10. Короче, неправильно. Так, еще раз внимательно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дело в том, что их тут 9 всего, да? Может, такой прикол, то есть время выйдет, я выиграю. Потому что не вариант просто вот по-другому их нажимать. Потому что просто некого нажимать. 2, 1, 0. Тролль расстроится, и мы выиграем, да? Нет. Что же здесь можно сделать? Может, нужно это нажать? Нет. Так. А, ну короче, все не так. А может нужно нажать потом вот эту маску, когда будет, типа, вы проиграли. Вот, 8, 9. И вот нажимаю сюда. Вот, 10. Ха, класс, сюда точно так же. Отлично. То есть, когда я проиграл несколько раз, я вот к этому дошел. А пока как бы, ну, пока не проиграл, нет. Камень. Бросаем. Что, и все? Да, слишком просто было бы. Да нет, нет, нет. Здесь большой камень. Не-не-не-не-не. Что-то здесь нечисто. Что ж такое? Просто какие варианты могут быть? Вот накидает его и все. Я не знаю даже. Что ему надо вообще здесь делать? Я уже везде поднажимал. Thank you.
Может, нужно кого-то достать из воды и кинуть в него. Да. Какого-то ежика там. Может, саму прыгнуть? Тихо. Странно. И пойти никуда нельзя. Для чего-то ж он стоит здесь. Просто может камень нужно другую руку взять. Нет, нажимая другую руку, он кидает эту же. Капец. Звук не работает. Ну, отключение, в смысле. Если отключить, ничего не меняется. Да, я не пойму. Может, попробовать подсказку все-таки? Нажимаю. И что? Вот добивает. И подсказка использована. Капец. А, вот, смотрите, если сильно подержать за голову, то он сильнее кидает просто. А там вступает водолаз. Понятно. Да, ну конечно, это, блин, надо было вот как с шариками подумать. То есть тут не просто нажимать, а именно подержать. А провода, вот там, кстати, ключик еще один. И что за провода? Ну... Не бойся. Тебе какая разница, ты все равно не настоящий. Просто обойти и все, типа, да? И вся проблема. Уровень пройден. Ха, вообще ничего сложного. Просто пройти дальше. Так, а здесь? Ой, там палочки. И что? Ой. Ай, блин. Как мне быть здесь? Стой! Стой, говорю. А как быть здесь? Нельзя сюда идти. Опять 25. Подождите, а? А, если я не нажимаю, он идет все-таки. Тю. А я понял. А я думал, он там сам прыгает. То есть я вот нажимаю на него. О, прыгает, да? Опять нажимаю, прыгает. А последняя... А, видите, последняя была, ну... Нормальная, целая, поэтому он прошел. И не сработал этот молоток. Хорошо. Так, что такое 100 масок? Нажимаю. Вот котик здесь. А это что? Сдаться, типа? Уровень не пройден. О, блин. И там ключик, кстати, да? Отлично. Что, мне надо серьезно так вот? 100 раз нажать? За сколько времени? Или без разницы, за сколько? Ой. Да, я думал, как-то обмануть можно. А-а-а. А, последний нужно было нажать именно. Я понял. Ха-ха, это, конечно, засада. Кнопки поменялись местами, да? Так, ну кто же знал? Блин, у меня палец уже болит. Так. Нужно в конце немного замедлиться, чтобы опять не проспать в просак. 97, 98. Все. Все, прошел. Идем дальше. Так, 13 у меня, да? Ну, стреляй. Блин.
Капец. Ха-ха-ха. Что-то здесь не так. Может, нужно поменять местами цифры? Чтобы было там 31 как-то, я не знаю. Как? 22. У меня есть карандаш какой-то, я не знаю. А, вот, смотрите. Так, давай беги. Вот. Все. Ай, правда, прикол. Ай, отлично. Ой. Какой-то он немного уже, по-моему. Ой. Да. Не вариант. А может... А, синий типа, да? А почему синий ж не должен был на него действовать? Красный. А, еще ж у него штаны. А, вот так типа, да? Нет, все равно. Что ж не так с ним? Может, все-таки так, и теперь его опустить? Блин. Он же не настоящий, там сверху замок у него. А-а-а. Ха-ха. Вообще не нужно было ничего делать. Все, прошел. Я думал, что мне с ним сделать, чтобы победить быка. Оказывается, нужно было просто растянуть замок. Так, лягушка. А, не пройден уровень, ладно. Раз. Два. Все, в общем, лягушка дальше прыгает, да? Прикольно. Так, что там, миллион? Выигрыш. Вот ключик. Он сейчас скажет... А, мусоросжигающую эту штуку. Обалдеть. Слушай, сейчас тебе дам. Что же делать? Не понимаю. Может, просто нажимать не нужно? Или он сам нажимает? А, фен включить. Варианты какие? Отдаю. Нет, отдай. Не-а, нельзя. Да ну... О, вот, просканировать нужно было, а не туда. То есть я нажал не на урну, ну не на вот эту штуку, а именно на сканирование, да, и прошел. Ха, прикольно. Так, а что это? Шлагбаум. Нужно ехать. И что? И все? Ага, я думал сначала начать там код пытаться вводить. Оказывается, все просто. Я его поднял, и все. Ох ты. Может, надо как-то провод выключить? Как мне провод отключить? Ну, может, я еще громче заключу? Блин. Не.
ну-ка. Что я могу сделать? Не представляю. Вообще. Ну что-то, наверное, с этим криком нужно делать. Конечно, можно долго. Не знаю, честно. Может, таки подсказку? А, что там? А, звук. Так я... А, я не в этом уровне звук выключал. Ай-яй, я не в этом его выключал. Прикольно. А я его выключал в следующем, да? Чиф, до этого, короче, было. Так. Вот корм. Там большая рыбка сейчас их съест, возьмет. Пока я их откормлю сейчас. А это подплывет, их всех съест. И все, проиграл, наверное, да? Так, а может их просто спрятаться за камнем? Или нужно их просто покормить побольше, чтобы они стали совсем большие. Не пойму, они растут или нет? По-моему, они не растут. Прячьтесь, блин. Капец. Не вариант. А если сразу... Сразу без корма они едятся. Что же делать? Так, вот тут красное, зеленое, что-то... Пишут. Не пойму. Вот хоть убей, не пойму. Может, как-то нужно сюда вот засунуть. А, ну подожди. Что-то было только что. Как-то я вот только что... А, вот. Они взрывные теперь. А, вот. Понятно. Ну да. Как злые птички, да? Как Angry Birds. Да, прикольно. Ой, на машинке. Прикольно. Может, нужно в стенку? Логично, потому что здесь все нелогично в этой игре. Потом там что-то впереди меня, наверное, машина какая-то собьет. Не нажимается, блин, смотрите. Ой, почему? Может, стенку нужно врезаться? Чтобы был смысл какой-то. А ну-ка, сейчас попробую. Давайте попробуем. Типа, чтобы не доехать, да? Нет, не вариант. Дальше. Странно вообще. Ой. Случайно нажал, просто пробую варианты. Проехал. Ну и вот. О, все-таки как-то я его пробил. Не знаю как, вот честно. Последний момент. В общем, прошел и хорошо.
На этом наш обзор сегодняшний завершен. Там, получается, у нас еще остались 3 уровня основных по сюжету, и плюс уровни вот эти вот дополнительные, там, бонусные разных, еще, по-моему, 7. Их я рассмотрю в нашем следующем выпуске, последнем по этой игре. Ну, а пока, до новых встреч, пока-пока.